И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему аккаунту без доната от новобранца до легенды на страйкерочке. И уже прямо сейчас на своих экранах вы видите, как я на скидочках на прошлой неделе приобретал на своего без доната 3 резиста МК-7. Вы знаете, что я уже получил маршала на своем аккаунте и в предыдущем видосе за 0 кристаллов приобрел дика страйкера МК-7. Ну а в этом видосе, в таком микрофрагментике, я приобретал на все тот же без донат аккаунт замечательные 3 резиста. И теперь у меня уже полноценно имеются 3 реза МК-7. Которые мы вместе с вами прокачиваем, которые мы уже сумели выкачать до 4 шагов, потому что через 10 минут у меня уже они будут, как только мы сыграем одну катку. Ну и сегодня наша цель, конечно же, выполнить заданки и постараться зафармить кристаллы. Сегодня может быть, ну скорее всего нет, скорее всего мы не получим новую звонку на этом видосе, но это уже у нас пошел третий десяток видосов по бездонату, да, уже 21 ролик, да, ну и на предыдущем видосе у нас набралось 122 лайка. Вот прямо сейчас я открыл, посмотрел. Это значит, что мы с самого начала сейчас откроем 12 контейнеров. Вы, друзья, конечно же, не забывайте, что нужно поддерживать, если вам нравится эта рубрика, видос лайка, дабы мы открывали как можно больше контов. У меня, вы видите, 121 целый контейнер имеется, и контейнеры постоянно фармятся. И даже записывая видосы, контейнеров у меня становится на аккаунте больше. С одной стороны, конечно, это хорошо, но вы эту ситуацию можете исправить, поставив больше лайков и меня немножко разорив. Поэтому 12 контейнеров мы прямо сейчас открываем. Надеемся на то, что... О, интерес. Титан утяжеления. Ну, блин, я бы хотел бы на диктатор устройство какое-то выбить. Так, 3 контейнера, 3500. Батареечки на 4-м. На 5-м ДДшки. На 6-м ДАшки, на 7-м аптечки, на 8-м кристаллы, 9-й еще раз кри, 10-й фиолет, 2 фиолетки, шафт. Шафт мне, конечно, не нужен, цвет выстрела, 11-й ДД и 12-й батарейки. Вот такие 12 контов мы выбили. Выбили ничего интересного, если честно. Но премочка у меня есть до конца ивента, и это очень и очень хорошо. По супермиссиям я скажу, что их, скорее всего, я не выполню, но мы выполняем ежедневно по вот этой вот одной заданочке, где получаем ультраконты, и осталось 7 дней до того, как я получу еще 2022 танкоина для бездоната. Пока что, честно говоря, я думаю, что делать с этими танкоинами. Вы мне тоже можете посоветовать, написав в комментариях, да, что бы вы на моем месте сделали с ними. Потратили бы на челленджи, например, либо же копили бы на 4-й рез. Да, может быть, когда-то у нас там будет скидочка, либо опять какой-то танкофон, где можно будет за условную 1000 танкоинов получить 4-й резист. Да, быть может, скоро к нам опять это вернется. Ну, либо же покупать челлендж, да, пишите, что вы думаете по этому. А может, вообще контейнеры вы бы купили бы. Хоп-хоп, и контейнеров бы натарили бы, и все. Так, у меня две катки, по сути, надо сыграть. Это каточку в штурме и каточку в командном бою. В командном бою мне надо 700 очков заработать и 70 тысяч урона наколотить. По сути, два боя. И даже эти два боя, если даже будет с досрочкой, то это вообще будет бомбочка. Потому что мы иначе придется 2 по 15. Это будет довольно долгий видеоролик. Поэтому я надеюсь, что мы сейчас быстро каточки закончим. И тогда у нас очень хороший видеоролик с этим аккаунтом получится. Я в очередной раз хочу сказать, что спасибо всем тем ребятам, которые до сих пор смотрят и поддерживают эту рубрику. Я понимаю, что ну, у нас так устроено в игре, что да, начало
рубрик, оно более какое-то интересное, да, потому что там происходит намного больше динамики в прокачке и вообще, в принципе, игроков, которые заинтересованы в начале этих рубрик, их как-то больше всегда, да, а когда уже наступает та пора на аккаунтах, когда происходит поменьше всяких прокачек, да, и больше уже идет уклон на то, чтобы просто играть, прокачивать, ну не прокачивать даже, а набирать там кристаллы, набивать звания, это уже становится намного менее интереснее аудитории, и, ну, уже там погасают потихой там просмотры, и, ну, и вообще как бы, ну, не знаю, как там, меньше интереса у аудитории, да. Но все те ребята, которые продолжают смотреть, продолжают меня поддерживать, с этим аккаунтом я безумно, честно, рад тому, что такие ребята есть, и есть они в довольно неплохом количестве, да. Если вы один из них, то можете даже себя в комментариях упомянуть, написав, что мне до сих пор нравится эта рубрика, и я до сих пор по кайфу ее чисто смотрю, да, я могу сказать, что вот, ну, по сути, для вас это все, ребяточки, и делается. Я не любитель бросать на полпути, да, при том, что я изначально, когда создавал этот аккаунт, после того, как мы выиграли третий сезон «Танки спорта» 2021 года, я сразу для себя сказал, что, ну, если уж начал, то надо довести до конца, да, потому что у меня были аккаунты, которые я создавал с бездонатами, ну, там я не ставил каких-то прям таких безумных целей, там, поднять легенду, там, или еще что-то, там просто были аккаунты с определенными рубриками, с определенными вооружениями. Здесь же цель была первоначально дойти до легенды, да, но я уже сейчас понимаю, что просто дойти до легенды, это будет, ну, такое себе, да. Это можно сделать было бы быстро, например, вот на этих вот сейчас повышенных фондах, пока Новый год у нас идет, я бы мог бы, ну, поднять там условного командора, генуса, да, просто там фармив очки, но я для себя понимаю, что это не та цель, которую я хочу получить на этом аке. У меня цель, помимо того, чтобы дойти до легенды, мне бы лично хотелось бы, чтобы я получил эту легенду сразу же с имеющимся дикострайкером и тремя резистами плюс дроном на аккаунте фуловый. То есть, чтобы у меня по факту уже было бы на первой своей легенде, вот как только я ее получу, сразу фул корпус, фул пушка, резы и дрон. И если я не ошибаюсь, то это сейчас 4 девяточки ГС. Да, вот это был бы реально тот результат, к которому стремятся многие игроки. И, ну, можно сказать, я бы там, ну, немножко так утер бы нос тем ребятам, которые постоянно хейтят, говорят, то, что я там донатер какой-то там, без доната там ничего не смогу, вот дай мне аккаунт без доната, и без доната ты там даже ничего не сможешь набить. Да, чтобы вот эти вот ребята просто зашли потом, посмотрели, да, хоп, аккаунт, оп, легенда, оп, вооружение, все, да, то есть не надо говорить, что невозможно прокачать, все реально, просто надо грамотно прокачивать, никуда не торопиться, выполняя просто заданочки, выполняя просто супермиссии, не вкладывая ни единой копейки, можно прокачать хороший, достойный аккаунт до первой легенды и уже потом начинать прокачивать дальше другие вооружения. Да, именно эта цель изначально была у меня на этом аккаунте. Я надеюсь, что мы вместе с вами до нее дойдем. Так, ну что, вроде как все, что хотел сказать, сказал. Может, даже за много сказал. Теперь мне надо за эту катку 700 очков заработать. Запикало меня против легенд. И легенд, ну, довольно таких неприятных. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Будем сейчас стараться накидывать урончика. Накидывать как можно больше урончика. 700-очку мне с этой катки надо как-то выбить. При том, что у нас уже почти 50 киллов есть в катке. И карта, ну, блин, противная. Ужасно противная карта. Мне бы, знаете, что еще хотелось бы? Чтобы мне до легенды с контейнера упало какое-нибудь устройство с иммунитетом на корпус. Вот реально очень сильно я был бы рад, если бы что-то мне дропнуло. То есть на данный период времени у меня есть только
Защита от поджога и защита от заморозки на диктатор. Они мне падали с контов. Все. Ничего более интересного у меня, к сожалению, на Аки не имеется. Так, но мы, кстати, еще и имеем шансы выиграть этот бой. Это очень хорошо. Как того пассажира вообще бить особо смысла нету. Мне было бы неплохо бы респить кого-то другого. Тут уже игроки играют на Викосмоках. Интересно, откуда они взяли Викосмоку? Еще и с Эйми. Да ладно. Ну, вообще, по идее, наверное, надо было бы мне изначально перепикивать эту катку. Потому что, во-первых, сама карта очень противная. Во-вторых, еще и карта против легенд. А мой маршал, ну, как ни крути, все равно против легенд пока что, ну, тяжело, тяжело, тяжело тянет, да, то есть, конечно, можно там сказать, да ты и так идешь на первом месте, и то, что у тебя там и так все неплохо получается, но я-то для себя понимаю, что если бы я бы играл бы примерно со своими званиями, да, то результат был бы совсем другой, чем я играю против фуловых девяток с фуловыми резами от страйкера. Да, то есть здесь все, ну, потяжелее, потяжелее. При том, что я как бы хотел бы, чтобы у нас именно видос был такой побыстрее, да, чтобы мы не затягивали все это дело, то такие катки не совсем подходят. Ну ладно, ну ладно, ну ладно. Перепикивать я не стал, но значит, наша задача, ну, хотя бы постараться приблизиться к этой 700-очке. Если ее набьем, то вообще будет бомба. Но что-то мне уже подсказывает, что до 700-ки мы... К сожалению, не дотянем. Уже просто у нас полбоя прошло. И за полбоя у меня 265 очков. При том, что я иду на первом месте в бою, да, с легендами. Первое место. Добрый вечер, это называется. Добрый вечер, я диспетчер. Как ваши дела, молодые люди? Как ваши дела? Давай, давай. Давай сюда. Уезжай. Ах, аптечку еще сверху прожал. Даже в плюс УП выйти очень сложно. Очень сложно выйти в плюс УП. У противника 400 очков у первого места. У меня только 260. Ну вот, если бы мне бы, например, таких тиммейтов подкинуло, было бы, наверное, поприятнее. Мне кажется, такая команда более слабая здесь в бою. Ну и самое жесткое то, что у них помимо того, что есть резисты, у них еще и постоянно есть прожатые аптечки. Расходку такие ребята не боятся прожимать и тратить. Соответственно, потяжелее все это дело идет. 280 очков. 280 очков. Скорее всего, досрочка, кстати, будет в этой катке. Скорее всего, досрочка. Досрочка — это хорошо. Но плохо то, что я не набью за данку. 700 своих очечей не сделаю. И это, конечно, уже не так круто. Так. Ну и паладины, да, паладины, конечно. Как ни крути, но они прям очень сильно бьют по таким вот аккаунтам. Когда, например, паладин с овердрайвом начинает выпушивать какую-то зону, и ты ему с крита даешь 300 урона, ну это вообще максимально печально. Ты сидишь и думаешь просто, ё-моё, куда я попал? Шо робыты, хлопцы, шо робыты? А, мне еще и, кстати, катку-то надо выиграть. Я надеюсь, что мы в штурме выиграем бой, потому что если я не выиграю бой... Будет плохо, будет очень плохо, будет очень плохо. Так, ну за целую катку 300 очков, ну это прям вообще очень печально. Это прям даже не то, что печально, это грустно. Это грустно. Ну всякие статус-эффекты еще накидываются сверху на мою кабину. 35 киллов остается противнику до конца, у меня 300 очков, мне надо 700. Ну хотя бы до 400 долечу, может быть. Может быть, долечу. Офигеть, мне Гаусс с плышом наносит сколько урона. Это ужас. Это просто ужас. Просто ужас. Еще в чате кто-то троллит, что-то выписывает. Какую-то дичь. Я не особо понял, кого там троллят. Потому что меня троллят, как всегда. Как всегда, я нашел своих друзей. Не... Люблю я поискать друзей. Так, надо еще овердрайв один прожать. Еще один овер прожать, и тогда будет половина от того количества, которое мне надо было набить. Смешно, конечно, так говорить. Ну, как есть, так и есть. Ну, что поделаешь? Что поделаешь? Ничего не поделаешь. Так, шафта можно отреспить. О, хорошо. Так, овердрайв на центре. Мейт контролирует.
Эту катку мы точно уже не потянем. Как бы мне не хотелось бы ее потянуть. К сожалению, глубочайшему, мы ее уже не вытянем. Отрыв большой у противника. Опер летает. Довольно прикольно. Так, викинг еще одного тушанул. Так, по викосмаке можно сейчас накинуть. Кстати, как-то чуть-чуть получилось продавить все-таки зону. Я даже удивлен. До такой позиции я успел доехать. За свой респаун. 425 очков. Противника у фуловой легенды 590. На 200 очков больше. Ё-моё. На фуловой легенде. Ну, хотя там и так команда. Тут мне ребята тоже очки зарабатывали. Так, ну мы я пикаю сразу ТДМ-ку сверху. В надежде, что мне дадут сейчас какую-то полегче каточку. И я, может быть, даже ее полностью играть не буду. Что если я еще полностью буду играть, то это будет очень долго. Вот если мне сейчас просто насыпет ее. И я быстренько вот эти вот 300 очечей долбану. То я думаю, что будет неплохо. Командный бой ищет долго. Ищет долго каточку, ищет долго каточку. Пока ищет, можно водички чуть-чуть попить, я думаю. Чуть-чуть водички. Чуть-чуть водички. Так, хоп. 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 И полетим. Оп, заправились. Заправочка удачная. Ну и давай. Блин, опять легенда. Ну, ГС-очка, конечно, такая у них несерьезная, если честно. Так, все, фулбой мы не катаем, значит. Стараемся просто быстро дать очки. Конечно, кристаллы лишними мне бы не были бы. Но я понимаю, что если я сыграю сейчас этот бой, то это будет уже 30-минутный видос. Это будет уже 30-минутный видос. Хотя сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Может быть, быстрая досрочка. Вот, видите, две смоки и Сэмми уже играют. Это с челленджа уже, наверное, ребята получили их. Смоки Сэмми. Но она прям очень приятная, эта смока. Мне она прям очень сильно понравилась. Постараемся законтролить центральный овердрайв от центрального овера. Доработать дополнительные очки. Чтобы все было великолепнее. Пше-пше-пше. Так. И противник, кстати, не прожимает расходку практически. Вот сравните, да, две карты. Бойня, которая была, и тут карта. Тут противник не прожимает расходку. Там было сколько? Три, наверное, да, паладина. Вот таких прям плотных, которые наваливали. Это, конечно, печально. Это, конечно, печально. Так, 125 уже есть. Хорошо, за полторы минутки зафармил. Ну, это хорошо, сейчас мы быстро добьем. Добьем, и будет супер. Так, чел, я так понимаю, что меня знает. Раз взял Дика Изида, он играл на Викосмаке. Ну да, в принципе, я и не удивлен, что он катал на Викосмаке тогда, если он сейчас взял Дика Изида. Так, быстро добиваем. Одного, второго, третьего, пятого. Чтобы где-то урончик подмутить. Подмутить урончик, хорошо. Туда. Мне надо было 280, да? Но мы 3 сотни дадим на Верочку. На Верочку 3 сотни. При том, что здесь очень просто это все дело получается. Нет никакого смысла мне играть в фулбой. 210. Так, сейчас еще чуть-чуть накидаем. Чуть-чуть еще накидаем. Овердрайв можно с центра забрать. С него тоже получить дополнительные очки. Хорошо туда. Хорошо сюда. Хорошо добавочку. 255. Может, сейчас еще свой будет овердрайв. Антер овердрайв прожмет. Хорошо, он не успел застопить. Да. Я эффект подавления дал. Интересно, да, тоже 280. Все вроде как. Ну, и на Верочку дам еще один килл. Напишу. 285. Но надо дать, надо дать. Лучше дать килл. Ладно, мне, наверное, хватает. Все, напишу спасибо. Потому что я так понял, что тип меня знает. Так, и все. Забираем заданку. Газуем штурм. Газуем штурм. Так. В штурме у нас есть минут 10 на то, чтобы выполнить заданку, получить 1600 кристаллов, 1600 кристаллов с двумя фондами и с премиум аккаунтом. Ну, это вообще изи. Ничего сложного в этом нету. Поэтому надеемся, что мы сейчас быстро все зафармим. Штурм за деф. Уф. Уф, каких ребят сильных кидает против. Жестко.
Жестко, жестко, жестко. Жестко сильные пацаны. Сейчас посмотрим, кстати, сколько мы на таких типах можем заработать. Первый страйкер сразу крит. Я думаю, что можно стоять где-нибудь вот здесь, вот на тыловом мосту. Мне кажется, на тыловом здесь респов нет. В штурме. Раз мы отсюда сможем накидывать. Так, это что за прикол? У типавика фриз красивый такой. Я не удивлюсь, если это чей-то мульт. Чувак, который меня знает. Потому что у того же Аветиса такие мульты спокойно могут быть. Это так. Я, конечно, не уверен в этом на 100%, но, по идее, может быть. Хотя ГС-очка маловатая. Маловатая такая ГС-очка. У Аветиса там ГС было бы, дай бог, каждому. Какие-нибудь 1008 на таком аккаунте. Так, ну что, поехали, работаем, ребяточки, работаем. Пробуем на урончик. На накидочку плотную сыграть. Матвей какой-то, ЮТ. Оп, куда ему, Матвею? Добавочки. Так. Здесь вообще полторушку можно всунуть. По-большому. Против таких. Против таких игроков полторушку можно всунуть. Мне бы еще бы ДДшки дроповые были бы. На постоянной основе. Где-нибудь тут. Было бы вообще идеально. О, вот и ДДшечки подъехали. Так, там уже какой-то тип ругается. Это на страйкера какого-то ругается. Не знаю, на какого страйкера он может ругаться. Ой, хороший крит. Так, сорян, братанчик, ДДшечку. Я понимаю, что ты бы хотел бы забрать, но у меня будет кулдаун просто ДД. Мне невыгодно оставлять ДДшку тебе. Так, я нажал овердрайв. Хороший овердрайв. Рабочий. Правда, пару секунд я потратил. Пустую. Так, и добавляем еще урону. Добавляем еще. Добавляем еще. Добавляем еще. Мне надо 1600. 1600 это вообще... Это вот столько очков мне бы хватило, чтобы получить 1600. Реально. Но при этом я... Сейчас чуть ли не звонку получу, мне кажется. Но следующий видос, наверное, тоже плюс звонка. Либо у нас следующий видос выйдет тогда, когда у меня уже будет новое звание. Может быть, прокачанное уже что-то новое, интересное. Посмотрим, когда у нас будет новый видос. По большей части это тоже зависит от вашей активности. От вашей активности, от вашего интереса к этим видосам. Если интерес будет очень бодрый, контентовый, то может быть даже совсем скоро выйдет новый видос. По этому замечательному аккаунтику. Может быть сразу со званочкой. С фельдмаршалочком. Фельдмаршала я получаю. Мне остается... Получается сколько? Два звания. Командор, Генус. И уже легенда. Прикольно. Прикольно. Легенда у нас открывается, я так понимаю, с ляма 600, да? Ляма 600. То есть мне по сути полмиллиона. Полмиллиона. Грубо треть. Треть опыта того, которого я имею. И у нас уже... У нас уже будет легендочка. Как вы считаете, друзья, сколько серий у нас еще будет по этому аккаунту до того момента, как мы дойдем до легенды? Ну так, чисто интересно. Напишите в комментариях. Сколько вы думаете будет еще серий? Так. Этот чел с чем играет? А, он со спасателем играет? Серьезно? Боже. Это же спасатель, да, у него? Вроде как, если я не ошибаюсь. Вроде как спасатель. Так, у этого типа, кстати, горит. На хоре фризе. Хоре фризов на таких званиях, кстати, стало очень много. Прям очень много. Довольно простое вооружение. Реализовать его несложно. Ну и очков фармит вроде как неплохо. 58 киллов у нас уже есть. Раздам расходку нашему титанчику, пусть тоже чуть-чуть киллов побольше сунет. Так, а этот молодой, смотрите, ждал. Или что он делал, не понял. Или он просто испугался. Не понял я прикола. Что он там хотел. Так, Хори Фриз пушит. Овердрайвом допушился. Мне бы какую-нибудь такую позицию. Хорошую. И киллов побольше можно дать. С центра меня периодически сливают. С вражеского спауна там тоже вариантов довольно мало. Я думал, мне я крит дал по тому хорю фризу, оказывается, крит дал по тому типу, который был еще.
за ним зарядом. Прикольно. Так, Хори Фрис меня накручивает. Да. Ну, ГС-ки такие прям вообще, ну вы видите, да? То есть мои примерные звания и какой ГС у ребят есть. И что есть у меня на этой званке. Хорошо работает нулевой урончик, да? Всем привет, ребят, если что. Если что, всем привет, да? Нулевой урон. Слово, я думаю, что уже должен был. Или может выйдет видос. Нулевым уроном еще. Не знаю, когда выйдет просто этот видеоролик. Но про нулевой урон я уже устал говорить, честное слово. Мне уже он очень сильно напрягает. С одной стороны. Потому что, ну, это так не должно работать. Не должно. Не должно это так работать. Так, бум. Три семерки. Бум, три семерочки. Так, добавочку сюда еще. И еще. Блин, я сам себя слил. К сожалению. Так, мне до звонки, кстати, осталось 11, 10 тысяч. 10 тысяч. Не, ну в этой катке я точно не получу. Если я уж в этой катке получил бы звание, это было бы вообще максимально жестко. Нужно званочку-то оставить немножко. На другой моментик. На другой моментик оставить званочку. Так, овердрайв бы где-нибудь раздать. Давайте тут, ладно. Быть. Раздам. Без крита первый выстрел, второй с критом. Третий уже крита нема. Так, хорошо. Попробуем сливать. Типов. Ой, кстати, это будет катка победная, да? Которая мне нужна. Которая мне нужна, победная каточка. Это очень хорошо. Сколько я киллов уже от этой 94-очки дал, интересно. Наверное, моих половина плюс-минус. Не, 40. Не половина, это радует. Это очень сильно радует, что не половина моих. Потому что иначе это было бы грустно, сколько я очков бы получил бы дополнительных. Ну и здесь еще 150-очка вот это вот неприятная. Хорошо, кстати, что 150, а не 200. Хорошо, что 150. Если было бы 200, это еще 50 киллов. Это вообще без катка, без досрочки была бы. Я, кстати, сказал, что мне на эту катку дается 10 минут. У нас 2 минуты осталось до 10 в этом бою. И у нас, кстати, есть шанс. Есть шанс, чтобы закончить. Как раз таки под эту десяточку. Для этого надо сейчас еще чуть-чуть покилять. Поработать надо немножечко. Здесь овердрайв. А, овердрайв здесь, кстати, падает там, на базе. Я, кстати, что-то сейчас стою и удивился такой. А где мой овер? Овердрайв зона же здесь. На базе. Так, одного противника что-то там так сильно подгорает. Все ему что-то не нравится. Там не нравится, тут не нравится. Так, давай-ка вот этому бойцу чуть-чуть подкинем урончику. Чуть-чуть добавим ему. Чуть-чуть добавим. Хорошо. Добавочки еще туда. Еще добавочки сюда. Так, и добавочки вон туда. Хорошо будет, хорошо. Подлагало чуть-чуть, ничего страшного. Ничего страшного. Так, добавим еще урону. Добавим еще урону. Так, вот здесь вот уже было бы неплохо подкинуть добавочки какой-то. Добавочки, добавочки, добавочки. Тише-тише-тише-тише-тише. Ой-ой-ой. Оп-оп-оп, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, 500-ка. Ой, 50-ка. 50 киллов, 900 очков. 25 киллов до конца осталось мне. Добавляем. Добавляем. Добавляем еще. Матвей, ёпта, сидит. Снизу под мостом. Матвей, красавец. Ладно, запушим респ. В очередной раз я делаю того, чего делать особо нежелательно. Нежелательно. Лучше стоять с острова накидывать. Потому что иначе вас просто хавает нулевой урон. Вас просто хавают типы с нулячим уроном. Вы им не накидываете, они вам накидывают. И вы просто вот так вот бах, бах. До дома уезжаете и все. Поэтому лучше стоять на острове. 5 секундочек проходит.
И вы уже им наваливаете нормальный контент. Нормальный. Или сейчас сколько? 6 секунд, да, наверное, даже. Нулевой этот урон работает. Ну, долго, в общем и целом. Долго, долго. Долго, долго, очень-очень долго. Парам, парам, парам. Так, еще добавить. Добавить, добавить. Еще урончику добавить. Хорошо. Пикнул слева, пикнул справа. 1000 очков я дал. 7 киллов до конца. Все. Скорее всего, сейчас будет уже последний мой спаун. Сейчас мы еще овердрайву одну раздадим. Контентовую. Давай тут, наверное, раздам. Да? Есть кого зацепить? Есть. Все. Раз килл. Два килл. Два килла. Тиммейт что-нибудь тушенет. Надеюсь, что да. Ну, либо я сейчас сам добью. Если уж тиммейт ничего не тушенет. Сейчас мы добьем эти два кильчика. По-быстрому. Все. Все, 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 все. Чуть-чуть, конечно, подольше. Через 10 минут получилась каточка. 11 там с небольшим. Но мы свое забрали. Забрали очень неплохо. Забираем еще сверху за даночку. Смотрим, что у нас по недельным. Недельные у меня новые уже совсем скоро появляются. 500. 500 звезд на аккаунте есть. Контейнер забрал. 110 контов стало. И сейчас мы еще забираем особую миссию. С одним ультраконтейнером. И у нас осталось всего лишь 6 дней. 6 дней до того, как я получу 2000 танкоинов на этот замечательный без доната аккаунт. Ну и по сути за 6 дней у нас, ну, есть, наверное, все равно какие-то теоретические минимальные шансы на то, что я выполню эти заданки. Ну, не знаю, не знаю, честное слово, не знаю. Много, много надо, много. Я бы мог бы их выполнить. Но тогда моя званка будет уже фельдмаршал в половине, если я их выполню. За это все я получу 15 ультраконтейнеров сверху. Может быть, тоже вам стоит написать по этому поводу? Да, стоит мне выполнить. Чисто в теории я их могу выполнить. Я их могу. Да, то есть прокачаю довольно большое количество звания своего, но... Получу дополнительные контейнеры, будет хороший контент в виде 15 ультраконтов так и еще 17 ультраконтов за каждый день. Да? То есть у меня в сумме будет еще 32 ультраконта. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Если вам интересно, то могу их тоже попробовать зафармить на одном, может, из стримов, поработать, постараться. Почему бы и нет? Поддерживайте видос лайком, друзья. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, связанные с этим аккаунтом и не только с этим, да. Ну и у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.